Всем привет! Появилась очень интересная информация по поводу выезда мужчин из Украины во время действия военного положения. Как мужчине выехать из Украины за 13 тысяч гривен легально? Разберем все в этом видео. Сразу приношу извинения за формат видео, он будет разговорный, но информация интересная, так что подписывайтесь на канал и давайте к делу. Итак, на сайте Верховної Ради України появился проект закону про внесення зміни до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України. Значить, тут нужно уже переходить к самому проекту і конкретно читать сам проект. Значит, тут есть такой вот интересный абзац. В умовах военного стану для выезда из Украины громадяни Украины, які входять до категорії, яким законодавчими або іншими нормативними актами встановлено заборону на виїзд з України на час дії воєнного стану, мають додатково надати рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон, у тому числі для перевезення гуманітарних вантажів, або документи, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у зарубіжному навчальному закладі, або письмове погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А тут увага! Або документи, які підтверджують наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який встановлений на час виїзду, кошти з якого громадяни не можуть використовувати за межами України. Тобто, тут говориться о том, що от, якщо мужчина має счет в банке, это гарантированный счет, на котором у него есть 5 прожиточных минимум примерно 2600 гривен, ну там с копейками, в общем, в сумме это составляет 13 тысяч гривен. Он может выехать, но дальше, что дальше нужно делать? Передачу відповідному банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов'язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами в сумі, яка дорівнює мінімуму розміру податків з мінімальної заробітної плати на час перерахунку на кожен місяць або частину місяця перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного стану та дозвіл відраховувати з рахунку з гарантійним внеском передбачену в цьому абзаці мінімальну суму на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України після завершення кожного місяця, протягом якого громадян перебував за межами України під час дії воєнного стану, або якщо громадянин не повідомив банк про повернення в Україну. Тобто, ежемесячно мужчина, який виїхав, должен буде переводити мінімальну суму налогів на обеспечение ВСУ, военных сил Украины. Минимальная сумма налога. Смотрите, у нас есть минимальная заработная плата. С 1 октября она будет, по-моему, 6700 гривен. Значит, из нее мы платим ЕСВ 22%, 18% это НДФЛ и 1,5% военный сбор. Ну, грубо говоря, это там 2700 гривен. Нужно будет ежемесячно мужчине, который уехал за границу, если он уехал работать, платить в Украине. И эти деньги будут идти на содержание ВСУ. Ну, то есть обеспечение и, в принципе, как бы в экономику Украины. Ну, смотрите, как по мне, это реально, ну, хоть что-то сделали толковое в этом плане за последнее время. Да, возможно, кто-то скажет, как это можно, то есть мужчины и так свободны и все прочее. Да, мужчины и все Украины свободны, но есть другие нормативно-правовые документы, которые, как вы видите, показывают, что не свободны. Но это не эта тема, которую мы разбираем в видео, мы разбираем вопрос, то, что мы имеем на данный момент. Что еще интересного в этом? Давайте мы еще перейдем в сопроводительную записку, в которой очень интересно сказано. Об этом все давно говорят, но почему-то народ никто не слушал. Но
По крайней мере, хоть в сопроводительной записке есть интересная информация от нее. Значит, давайте послушаем его. На данный час у відкритих джерелах йдеться про рівень безробіття 35%. Маємо величезну кількість громадян без роботи і можливості заробляти на себе, сім'ю. Не кажучи про таку важливу нині підтримку Збройних сил України. При цьому у нас на рівні підзаконних актів встановлено заборону на виїзд більшості чоловіків віком 18-60 років за кордон. Який сенс цієї заборони? Щоб було кому воювати, так всі воювати не можуть, навіть теоретично. У кожного свій фронт, а головне з тих, які не готові або з різних причин не хочуть воювати в армії. Все одно толку не буде. З таких там лише суцільні проблеми. І це неодноразово зазначають і наші захисники з передової. Тобто, что говорится о том, что есть люди, которые могут воевать, которые могут держать в руках оружие, которые готовы ликвидировать противника, лишать его жизни и вести боевые действия. Но есть люди, которые не могут держать в руках оружие. Да, его можно научить держать в руках оружие, но его невозможно заставить убить человека. И такой человек на фронте, скорее всего, сам погибнет, но он принесет только вред. То есть, первое, что он не ликвидирует врага, он не нажмет на курок. Он, потратит, получается, ресурсы, которые государство направило на его обучение, на его подготовку, на его снаряжение. То есть, это как раз идут расходы, это как раз идут потери. И он мало того, что это все потратит, он еще и лишится жизни. Это тот человек, который не готов, который морально или по каким-то соображениям не готов убивать никого. Будь то это враг, он быстрее сам погибнет. Есть такие люди. Вот. Как можно такого человека отправлять на фронт? Это раз. Поэтому этот человек может работать, но работать тут тоже ж не получается в Украине. Допустим, вот в Харьковском регионе, куда тут можно пойти работать? Вот. Да никуда не пойдешь работать. Потому что если найдешь работу, то в лучшем случае ты заработаешь исключительно только на коммунальные услуги. Это в лучшем случае. А как еще, допустим, помогать ВСУ, ну, военным силам Украины? То есть нужно же как-то еще какие-то отчисления на ВСУ-то делать. Вот и вопрос. Какой смысл человеку, допустим, который тут в Украине не может заработать, он не может воевать, но у него есть возможность поехать за границу, работать за границей и еще и помогать Украине и ВСУ. То есть, ну, тут реально как бы все сводится к тому, что это как бы очень интересное решение, и оно должно положительно отразиться и на экономике Украины, и на поддержке ВСУ. Дальше, есть еще второй момент интересный. Это касательно, вот был, это момент был касательно человека, допустим, который не может воевать. Вот. То есть, я же еще раз говорю, да, научить можно всего, каждого и всему, но убивать, это как бы не каждому дано, и не каждый к этому готов. Хотя на диване могут кричать все. А вот когда уже дойдет до дела, то это уже совсем другие обстоятельства. Следующий момент, который тоже изложен в этой сопроводительной записке. Зате ці ж непотрібні в армії громадяни можуть і мають працювати на економіку, а отже і обороноздатність, роботою в тилу або за кордоном. Понад 10 років в Україні найбільшими інвесторами називають заробітчан за кордоном. У 2021 році, за даними з відкритих джерел, вони привезли в Україну приблизно 13 мільярдів доларів. 13 миллиардов долларов, друзья. Какие сейчас 13 миллиардов долларов могут украинцы заработать внутри страны? Учитывая то, что много предприятий остановлено, много предприятий получили серьезные повреждения, многие предприятия не могут просто работать. Если человек поедет, у него будет работа за границей, да, он может там не зарабатывать, как бы, как раньше, но он все равно будет достаточно зарабатывать и при этом еще и иметь возможность помогать Украине и ВСУ. Дальше. Натомість встановлення сумнівної законності заборони на виїзд ми самі собі шкодимо. Зокрема,
багато хто із заробітчан вже не передають і не привозять в Україну гроші. Вони вже шукають варіанти, як змінити постійне місце проживання, не бачать своє і сім'ї майбутнє в рідній країні, а отже ми втрачаємо ресурси, інвестиції в економіку і людей. В нашій країні маємо велику кількість громадян без можливостей заробити на себе і сім'ю, зростання соціально-економічної напруги і супутні проблеми. Через критичні фінансові проблеми або неможливість тривалий час бачитись з рідними, які перебувають за кордоном, руйнуються сім'ї. І дійсно, ребят, как бы лично я знаю как мінімум одного близького мне человека, у которого из-за войны разрушилась семья, распалась семья. Это один очень близкий ко мне человек. Она уехала с двумя детьми, муж у нее остался тут в Украине, и обстоятельства сложились так, что теоретически, скорее всего, может быть, эта семья распадется. Это как бы лично, который я знаю, один пример, который очень близко ко мне. А еще и другие, за которые мне рассказывали люди. То есть рушится не только экономика Украины, а и жизни семьи. А если, допустим, этот законопроект вступит в силу, то у человека появится возможность и увидеть свою семью, и работать, и еще и поднимать экономику Украины. В принципе, как бы можно и дальше читать пояснительную записку. Ссылка, конечно, будет в описании к этому видео, поэтому перейдете и сами ознакомитесь. Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что еще только законопроект. И он еще на рассмотрении. В принципе, были и другие законопроекты, которые были на рассмотрении. Был даже вариант как бы выезда мужчины за 200 тысяч гривен. Он тоже как бы каким-то образом провалился, и неизвестно, какая его судьба. Пройдет ли этот законопроект или не пройдет, я не знаю. Конечно, наверное, я думаю, лучше бы, если бы он прошел. Лучше было бы всем, абсолютно всем. И Украине, и семьям, и ВСУ. А вот как вы считаете, какое ваше мнение по поводу этого законопроекта и таких правил выезда мужчин из Украины? То есть, нормально это или ненормально, правильно это или неправильно. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях под этим видео, и, может быть, вы еще что-то можете дополнить по этой теме. Я думаю, это будет интересно почитать и мне, и вам. Так что спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.